Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Это Андрей, а вместе со мной канал Arduino Я, программирование микроконтроллеров. Я решил открыть еще один раздел на своем канале, это посылки из Китая. Сегодня я получил свою первую посылочку, я даже не знаю, что в ней находится. Вот она вот. И сейчас я ее буду вскрывать. Так, я думаю, лучше это надрезать, наверное. Так, внутри посылочки вот такая вот упаковка. О, здесь находится пультик. Давайте я вскрою этот мешочек. Так, его лучше тоже, наверное, разрезать. Так, внутри него находится вот такой вот MP3 декодер, который я заказал на AliExpress, и по стоимости он 52 гривны. Вот его лицевая сторона и обратная сторона. По спецификации это MP3 плеер, может воспроизводить музыку с USB носителя и с карточки. В комплекте с ним идет набор проводов. Вот такие вот они. Вот эти три провода, это, наверное, выход. Красный провод, это антенка. То есть, получается, MP3 плеер идет еще со встроенным FM радио. И вот это, очевидно, питание. Все это, похоже, подключается вот в эти беленькие разъемы. Вот они. Так, еще в комплекте идет пульт. Вот такой. И еще идут вот такие две заглушечки. Очевидно, они вставляются вот сюда. После того, как это закрепится, заглушечками закрывается. Вот такая моя первая посылка. Теперь я хочу попробовать подключить это к усилителю низкой частоты и посмотреть, как оно работает. Ну что ж, продолжаем проверку MP3 декодера, который пришел сегодня с Китая. Как видите, я подключил к нему красненький проводок на вывод антенны. Подключил стерео-выход. Это линейный выход. Я подключил его к компьютерным колоночкам. И по двум проводам запитал вот это устройство. Напряжение питания 5 вольт. Теперь я подаю 5 вольт на эту плату и смотрим, что будет. Как видите, так как стоит флешка, сразу переключилась на USB и пошло воспроизведение. Теперь включаем колоночку. Громкость регулируется клавишами Vol плюс, Vol минус. Или Vol минус. Также можно регулировать с пульта. Вот этими клавишами. Так что можно переключаться к следующему треку. И
Можно останавливать, то есть поставить на паузу. Можно выбрать следующую. А это я опять поставил на паузу, выбираем следующую песню. Можно выключить звук. Также, если мы нажимаем на кнопочку мод, мы переключились на FM радио. Если нажмем еще раз на мод, переключаемся на другой линейный вход. Информация должна поступать с карты. Карты у меня нет, поэтому я нажимаю еще раз на мод и переключаюсь на USB. Вот такая вот система, которая пришла мне с Китая. Система рабочая. Я хочу ее монтировать. У меня есть небольшой усилитель низкой частоты. В колонке сделаны. Я хочу монтировать туда вот эту штуку. Можно монтировать, конечно, в автомобиль в качестве MP3 плеера и радиопроигрывателя. Ну, на этом все. Когда я сделаю устройство, я его покажу в другом видео. А пока приходите на мой канал, смотрите видео. Если понравится, ставьте лайки. Если будет интересно, подписывайтесь на мой канал. На этом все. Пока-пока. Это был Андрей.